Не целуй. Стихотворение из цикла «Строки и сюжеты», навеянные классиками. Эпиграф. Отчего же? Отчего же ты лучше, чем избранник мой? Дай руку мне. Слушай спокойно. Тебя заклинаю. Уйди. Я гибель накликала милым, и гибли один за другим. Не целуй меня, усталую. Смерть придется целовать. Вечер. Я сижу и слушаю все, что ты хотел сказать. Вдруг, как выстрелом оглушено. Смерть придется целовать. Что-то, крадучись неласково, тихо к двери подошло и по закоулкам памяти осторожно повело. Почему ж ты лучше прежнего? Это ясно, милый мой. Ты целуешь жарко, нежно ты говоришь в тиши со мной. Ты не гонишь и так бережно плечи укрываешь мне. Да, ты лучше. Лучше прежнего. Если лгу, горить в огне. Но уже усталость горькая прописалась в этот дом. Приживалкою безвольную мутит мыслью о былом. Как же поздно, снег за окнами, холод ломит руки вновь. Не целуй. Смерть с легкой поступью подошла. И, стукнув в кровь, вдруг разбила лик невинный мой. Упустила не твое. Уходи, беги же, милый мой, в чистом поле воронье кружит в ожидании ужина. Не спасешь, не сдюжишь ты. Смерть, старуха, баба ушлая, не отпустит. Жги мосты и беги. Ты должен, жизнь моя, мой любимый, улетай. Тут избранник, скука смертная, его не было. И знай, все придумала, пригрезила. Так забыть хотелось мне наши встречи при луне, твои руки, губы нежные. Я любила и люблю тебя. Но не надо призрак звать. Милый, больше не целуй меня. Смерть придется целовать.